Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Кирилл, и сегодня я пошел в лес за грибами. Ну, я решил воспользоваться этим самым моментом, и я прочитал такую легенду, что типа вот в этом где-то территории есть какой-то, я не знаю, заброшенный что ли, не знаю, шахта, либо какой-нибудь бункер, я не знаю, вот... В этой территории, короче, пошел дождь, и я не знаю, если обманули меня или не обманули. Но я решил проверить. Я думаю, что это неправда. Никакого тут бункера это и нет. Тут где-то. По координатам вроде где-то тут. Вот он, тот самый бункер. И там уже что-то не знаю, что там. Ради безопасности я взял. Это что такое? Это мне не надо. Я взял такой вот пистолет. Ой! Такой вот пистолет. Телефон свой, Nokia. Рацию. И факел, еду и топор. Да. Так, что это было? О! Дверь закрылась! Капец, что делать? Блин, открывайся, дверь! Нет, 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 только не это, только не это! Нет, нет, нафига я сюда вообще пошел? Зачем я сюда вообще пошел? Это ж ловушка была какая-то. Это была просто тупо ловушка. Зачем я сюда зашел? А вдруг тут бомжи, либо волки, либо кто, либо вообще. В худшем случае маньяки, убийцы. Что тут? А вообще прям в хужем. Я отсюда вообще не выберусь. С голоду помру. У меня одна сырая свинина. Тут свет. Проводка еле-еле работает. Тут вообще моргает. Отправка. Отправка чего? Тут лифт аж не работает. Оп! Лифт работает? Давай поедем. Куда я еду? Нет, нет, нет! Зачем я вообще зашел в этот сраный бункер? Сидел бы дома и делал что-нибудь. Не знаю, пошел в этот сраный... Вот нахватаюсь таких проблем, и потом... Так, тут какие-то рычаги. Не знаю, что они делают. Тут вообще закрыто. Тут закрыто вообще. Надо что-нибудь найти здесь или что, я не знаю. Капец вообще. Что мне делать? Может быть тут что-нибудь, может здесь кто-нибудь. Кто-нибудь, хотя бы какая-нибудь. Давайте я тут сломаю что-нибудь. Может быть тут что-нибудь будет. Нет. А, я кто-то ударил. Просто закрытая дверь. Мне ее надо как-то открыть. Я не знаю именно чем ее открыть. Может кнопкой какой-нибудь нажать. Вызов. Справка. Я не знаю, что мне делать. Как отсюда выбраться вообще? Я не знаю, может пистолетом что-нибудь сделать? Выпустите. А? Что открылось? Интересно, что это открылось? Да, капец. Что тут моргает? Вот, открылась эта самая дверь. Так, кто тут? Такое вообще. Тут там. Тут, может, что-нибудь есть вообще. Тут вообще ничего нету. Тут даже намека на это нет. Тут просто какое-то дерево и какая-то вода. Все тут сгнившее. Какие-то лианы. Мне туда, что ли, падать? Какая-то вода густая. Что такое? Это что? Это скелет. Какой-то скелет человека. Это что за кнопка? О! Нет, нет, нет! Это какой-то бункер. Я не знаю, это какая-то, что ли, грядка. Так открывается. Может, быстрее сюда забежать? Ой-ой-ой. О! Кто это? Вообще, какие-то странные места. Что ли, держали кого-то? Так много кроватей. Рычаги, как будто надо какой-то пароль ввести. Либо я ошибаюсь. Тут не открывается этот сундук. Может быть, его сломать надо. Нет, из него ничего не выпало. А что мне делать-то? Тут еще какой-то, не знаю, кнопка какая-то, которая ничего не открывает.
Скорее всего, дверь, наверное, заела. Это опять червь какого-то человека. Либо кого. Я не знаю. Наоборот, надо все рычаги вверх. Либо эти вверх, а эти вниз. Нет, это не так. Все. Это все не так. Я в какой-то ловушке. Не знаю, как отсюда выбраться. Только как отсюда выбраться? Там завален вход, выход завален. Или что там вообще? Как мне отсюда выбраться? Может, мне все это надо сломать? Чертям собачьим. Вон. Я вижу. Только я не могу дальше это сломать. Это слишком твердо. Если бы я сломаю, у меня все обвалится. Что это там за звуки? Что это за звуки? А? Кто вы? Кто вы такой? Ты этого никогда не узнаешь. Понесу я тебя в свою комнату. Надо разобраться с тобой, пока тебя никто не нашел. И меня в том числе. О, у него тут пистолет. Камера. Но я это все заберу. Ой, блядь.